Акция «Раздельный сбор» возвращается в Люберцы. 16 марта жители округа смогут сдать на переработку чистые отходы. В парках волонтеры установят емкости для пластика, стекла и бумаги. Сдать сырье можно будет в Наташинском парке со стороны улицы Шевлякова и в Центральном парке у входной группы со стороны Октябрьского проспекта. Волонтеры просят предварительно очистить мусор от органических отходов. Акция «Раздельный сбор» уже стала традиционной для округа. Здесь она проходит каждую третью субботу месяца. 16 марта принимать мусор будут с 12 до 15 часов. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.